Дорогие друзья, всем привет, с вами снова я, TheDaneyaku Артём, и в сегодняшнем видеоролике у нас будет обзор мода, который называется «Удивительный цифровой цирк». Здесь у нас есть все персонажи, которые были в этом мультфильме, и другие предметы, поэтому перед началом данного видеоролика попрошу вас поставить лайк, подписаться на мой канал и нажать на колокольчик, если вы этого не сделали. Но мы переходим к обзору данного мода для Майнкрафта, поехали! Играешь в игры, но у тебя не хватает денег? Заходи на daynekogames.net. Всего за 19 рублей ты сможешь получить лицензию Майнкрафта. Только у нас большой ассортимент, низкие цены, доставка 24/7. И все это на daynekogames.net. Ссылка в описании. Также мы ежедневно раздаем ключи Steam в группе ВК. Итак, дорогие друзья, давайте перейдем к обзору данного мода, который добавляет нам удивительный цифровой цирк в наш Майнкрафт. У нас есть вот такое вот множество различных мобов, которые у нас участвовали в данном анимационном сериале. У нас есть Рогата, Кейн, у нас есть Королек, Королева, Зубл, Абстракция и множество других мобов, про которые мы сегодня поговорим. Ну а давайте мы начнем именно с Рогаты. Рогата — это тот самый персонаж, точнее девочка, которую укусил, получается, Абстракция, и потом она начала глючить, если я не ошибаюсь. Выглядит она следующим образом, в принципе, прикольно. Посмотрите, как она круто детализирована, какие у нее здесь есть прикольные текстуры, вот такие вот красивые волосы, у нее есть вот такие вот глаза. То есть она выглядит почти точно так же, как и в этом анимационном сериале. Поэтому это очень круто. Мы ее можем ударить, мы слышим звуки, у нее вот таким вот образом сложены руки. То есть, ну, все персонажи полностью повторяют персонажей, которые участвовали в анимационном сериале. Дальше у нас есть Кейн. Это у нас самый главный, если можно так сказать, в этом анимационном сериале. Выглядит он следующим образом. Он у нас летает, как вы можете заметить. И да, у него вот такая же текстурка. То есть у него получается челюсть и глаза. Глаза вот такие вот огромные. Ну, в общем-то, он выглядит так же, как и в самом анимационном сериале. Также у нас есть в этом моде предметы, которые имеет именно этот Кейн. Именно вот такую вот палочку. Это у нас палочка, которую он держит у себя в руке. Вот как вы можете заметить. Она у нас есть также в руке. Мы ее можем держать. И анимация точно такая, как и у Кейна в руке. Поэтому это очень круто. Можете использовать. Также у нас есть сфера. На самом деле не сильно разобрался, что она делает. Но можете подсказать в комментариях. Мне будет интересно почитать. Но если не ошибаюсь, это предмет именно Кейна. Вот таким вот образом эти предметы у нас выглядят. Дальше у нас идет Королек и Королева. На самом деле Королек, я думаю, вы знаете, кто это. Это тот самый дед, если можно так сказать, самый старый персонаж в этом анимационном сериале. Ну и у нас есть и Королева. Но на самом деле Королева, она в принципе была добавлена в этот анимационный сериал, но в самом сериале ее вообще никак не было. То есть она не появлялась. Также у нас есть Зубл. Но Зубл, я думаю, вы знаете, кто это. Это такая, ну на самом деле, я бы сказал, противный персонаж. Она, вот, как вы знаете, матерится, употребляет плохие слова, но выглядит следующим образом. Опять же, очень реалистично, то есть почти точно так же, как и в анимационном сериале. Даже несмотря на то, что мы играем в Майнкрафте. Ну, если что, ссылочка на этот мод будет в описании. Вы можете перейти, скачать его и тоже поиграть с этим крутым модом в Майнкрафте. Это очень-очень круто. Ну вот посмотрите, конечно, как у нее нога сделана. Ну вот прям точно так, как в этом сериале. Мне очень сильно нравится. Вот такие вот у нее глаза, ну, короче, очень круто. Ну и всех этих персонажей, соответственно, мы можем, конечно же, убить. Ничего тут такого страшного не будет. Мы их, конечно же, убить можем, и с них ничего не выпадет. Ну, конечно же, что с них могло выпасть? Гнилая плоть? Нет, это было бы нереалистично. Также у нас есть Абстракция. Это тот самый персонаж, который прям максимально сошел с ума. Его от всех закрыли. Когда его открыли, короче, он заразил, получается, Рогату, если не ошибаюсь. Именно так это и было. Рогате пыталась
пыталась помочь Помни, и, соответственно, у нее там с рукой была тоже проблема. То есть заглючила рука, и вот эта самая рогата. Вот так вот она выглядит. Я вам уже ее показывал. Также у нас есть собака. На самом деле, как я понял, это кастомный у нас персонаж в этом моде, потому что не совсем понятно, где он у нас был в этом анимационном сериале. Возможно, я где-то пропустил именно эту собаку. Возможно, где-то она участвовала, но что-то, если честно, я не видел. Но можете, опять же, подсказать в комментариях, кто разбирается. Вот, про абстракцию я вам рассказал. Кстати, как абстракция выглядит, я вам не до конца показал, потому что здесь немножко, как вы можете заметить, мало места для этого персонажа. Ну, давайте заспавним. Вот, абстракция выглядит следующим образом. Прикольно. Ну, как вы можете заметить, они у нас дерутся, ну, соответственно, у нас дерется главный персонаж, это Кейн, и, конечно же, абстракция. Ну и также у нас есть Помни. Да, это та самая Помни, которая попала в этот цирк, в этот цифровой цирк. Она не хотела в нем участвовать и хотела выйти с этого цирка, но у нее ничего не получилось. Выглядит следующим образом. Вот та самая красная рука, с которой у нее была, так сказать, проблема, которая заглючила от помощи, получается, рогатте. Ну и вот таким вот образом она выглядит. Такие же глаза, такая же шапочка, все то же, что было и в самом сериале. Поэтому да, можем ее также ударить, как вы можете заметить. Вот. Дальше у нас идет Генгл. Это тот сам персонаж, который больше всего плакал. Выглядит следующим образом он. Вот, ну сейчас он очень добрый, улыбается. Ну, также мы его можем убить, но обратите внимание, то, что когда мы его убьем, его текстурка останется. То есть, смотрите, мы его вот таким вот образом убиваем, он плачет, и все. То есть, мы его убили, а текстурка его осталась. То есть, вот таким вот образом он у нас прилег и просто, если можно так сказать, отдыхает. Ну, убрать мы, конечно, это, не знаю, можем или нет, но да, мы можем его полностью добить уже максимально, и все, эта текстурка у нас полностью пропадает. То есть, вот таким вот образом этот Генгл выглядит. Вот, ну, улыбается, в принципе, мы его таким вот образом бьем, он у нас плачет, вот, все, заплакал. Смотрите, как это круто сделано, на самом деле, в этом моде, то есть, тут даже видно, как он плачет. Вот, сразу меняется текстурка, когда мы его ударили. Теперь он плачет, машет головой, нет, но мы его таким вот образом можем добить, и все, теперь он у нас валяется, и полностью его убить. Вот так вот это все у нас и выглядит круто. Дальше у нас идет Джекс. Прикольный персонаж, выглядит следующим образом, и даже сказал бы, характеризовал бы этого персонажа как полный пофигист, ему на все все равно. Вот его зубы желтые, вот он такой у нас высокий, как и был в самом этом, в анимационном сериале. Вот у него здесь есть вот такие вот руки длинные, длинные ноги, ну выглядит... Опять же, так же, как и все другие персонажи, реалистично с этого сериала. Дальше у нас идет королева Глоинков, выглядит следующим образом. Она очень большая, поэтому попытаюсь ее вместить на эту карту, но опять же не получилось вместить. Вот, посмотрите, как она выглядит. То есть это та самая-самая главная среди всех тварей, которые были в этом сериале. Ну вот, короче, выглядит следующим образом. Ну, соответственно, у нее очень много хп, мы можем пытаться ее убить. Это будет очень долго, но хп у нее прям очень много. Посмотрите, сколько уже урона я ей нанес этим мечом, и сколько урона она получила от того, что застряла в этих блоках. Ну, это, конечно, капец. Ну, посмотрите, какая же огромная текстурка. Кстати, да, сквозь эту текстурку этого, получается, персонажа, этой королевы, мы можем вот таким вот образом проходить, ну и, соответственно, мы не будем получать дамага. Дальше у нас идет Глоинки. Это те самые твари, да, вот, как вы можете заметить, они лазят у нас, о, нападают на всех, ох, ё-моё. Ну, не на всех, а нападают именно на Зубл, вот, Зубл у нас материлась, вот она и получает у нас от этих тварей. Ну, вроде бы эти твари больше никого, ни на кого не нападают. Вот, кстати, смотрите, Зубл убили, ну, не убили, а съели эти твари, и, соответственно, у него такая вот текстурка. Мы можем проходить сквозь эту текстурку вот таким образом, ну, и можем вроде бы добить вот таким вот образом. Все, больше Зубл у нас нету. Дальше у нас идут манекены Вани. Это у нас незанятые персонажи. Если мы их ударим, у нас будут спавниться вот таким вот образом маски, которые будут у нас нападать на нашего главного персонажа, на Кейна. Эти незанятые персонажи купаются вот в такой вот ванне. У нас есть вот такие вот ножки, или это колесики Вани, непонятно. И вот такая вот прикольная вода. Ну и сами маски, вот они у нас нападают на нашего Кейна. Мы можем их заспавнить вот таким вот образом. У них происходит вот такой вот PvP, вот такая вот драка. Ну, давайте попробуем мы маску убить. Кстати, как вы можете заметить, у них хп не так уж и мало в этих масках.
Ну вот, их уже сколько раз ударил, я не знаю, на самом деле. Уже, наверное, 10-й только раз с назеритового меча я смог убить эту маску. Ну и также манекен уже не Ваня, а просто манекен, который у нас ходит. Тоже мы можем его ударить. Только когда я его убью уже, когда он у нас не Ваня, почему-то маски у нас не спавнятся. Так, блин, ломаю уже карту. Ладно. И у нас остается два последних персонажа. Это у нас Циклоп. Циклоп выглядит следующим образом. Тоже не помню его на самом деле в сериале, можете подсказать в комментариях, у него один глаз. Ну и последний наш персонаж — это Пузырь, то есть, если можно так сказать, помощник или главный питомец нашего, получается, Кейна. В конце серии он приготовил еду для наших персонажей, и также он там слизывал разное, но если вы смотрели этот анимационный сериал, вы понимаете, о чем я говорю. Так что вот такой вот интересный мод, ссылочка на него будет в описании, можете скачивать по ссылочке в описании, только не забудьте поставить лайк, подписаться на канал и нажать на колокольчик. С вами был я, Задавинок Артем, всем спасибо, кто досмотрел до этого момента, всем удачи, всем пока, друзья!